Так, ну что, возьмем Акселя. Или как там его зовут? Да. Попробуем остров Y пройти. Считается самым сбалансированным персонажем, как я понял. Не знал, что тут есть пункт помощь, называется. То есть там можно взять, ну как условная помощь. То есть тебе дают пару жизней, да, за это получаешь, например, меньше очков в бою. Вот. Но так как я играю один, я решил воспользоваться такой штукой. Не понял. Так, один на один остались. Хорошо. Неплохо, да. Так. Так, ну иди сюда. Как это прервано? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты там снял. Я курицу. А, нет. Что? Ага, движемся дальше. Ну что ж, на звездочки эти помогут. Я думаю. Стрелки. Мечик. Ничего тут нету. Ах ты гад, а. Да как так, а? Так. Это что такое? А. Припоминаю такого чела.
Почти. Ай, КП снял. Вернее, добил. Все. Тьфу, курица, она мне уже не нужна. Твою ж мать. Что такое, а? Еще один. Пробил. А, и все, да? Звездочки эти могу юзать. Может так? Так. Перебить его сложно очень, я вижу. Нет, не попал. Еще раз давай. Попал. А, это еще не все. Да. Да, еще одну жизнь срубили. Нет, я не могу перебить. Как его отражать, да? Блюдо. Так, может. Еще не все. Минус один. Со вторым попроще будет разобраться. Еще одну жизнь слил на них. Всего лишь. Так, сейчас, наверное, тут курица будет, да, не нужна уже. Угу. Одну жизнь все-таки накопил, посмотрите. А, стоп, это еще не все. Тень. Ну, звездочку я возьму. Пригодится.
О, а вот и боссы. Как ты обидел, не знаю, что ты можешь. Ну вот пробил слегка. Шпага тычет она. Я хотел и спецприем этот сделать, а он не сделался. Очень хорошо пробил. С ноги так на нее. Ну, работает, перебивает. Черт, погодина. Вот так вот сделаем. А, у нее своя штука есть. Ой. Ой, 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 ой. И сдох все равно, надо же. О! Как я успел выпить эту фигню, не знаю. Вернее, не выпить, а съесть курицу. Я что-то не пойму, у меня вообще клавиши отказываются работать. При выполнении некоторых ее приемов. Давай что-то. Ну вот, например, смотрите. Она урон не получает или что, или получает? Блин. Как бить ее, я не пойму. А, все, я пробил ее. Блять, ну у меня всего две жизни, это хуйня. Она еще ушла куда-то. У меня есть три этой фигни. Спецприема. А, два клоуна. Их продамажим, что ли. Понял. Бам, 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 бам. Ну, а почему нет? Успел. Все, халява кончилась. А так? Что такое? Что такое? А.
У него полное хп стало. Ах, вот оно что. А ей только половину снял. Вот это да. Ой, как? Подожди, ну я что ли тоже дамаж? Нет? Иди нафиг. Блин. Тихо. Я ее почти вынес. Она меня сейчас вынесет. Ну. Все. А, и все, и он упал. Или не все еще? Посмотрим. А, нет, титры. Все похоже. Все, что ли? История закрыта. Да, эта фигня сбросилась, новая игра. Теперь открылись вот такие моменты. Выбор этапа. Почему он недоступен? Интересно. В аркадном режиме у вас есть лишь одна попытка для прохождения всего сюжета разом. И отсутствует возможность сохранять игру. Нет. Бой с боссами. Ну, давайте возьмем... А, кстати, я узнал, вот кнопка F3, F4 менять цвет костюма можно. Бой с боссом. Одна жизнь также. И одна эта фигня. Ой. Нет. Сильно. Типа как Макс. Ну тут такая же штука. Я не понял, почему удар не проходит. А, там яблоко есть. Вот тика. Нет, я сейчас ее так не это. Не одолею. Да. Все. Там кирпич какой-то лежит. Не, в принципе, можно дали такое, не знаю, что будет за это. А, еще одна попытка. Давайте. Я не понимаю, почему она урон не получает. Или получает.
Ты нафиг. Нет. Все, я победил вроде. А, следующий теперь этот. А, понятно. Короче, тут будут все боссы сюжета на этой арене, да? И все. Ой. Ой, жесть. Типа на выживание, сколько ты протянешь. Ну понятно, ладно. Может, для чего-то иное и понадобится. Ну я думаю, а, ну вот еще интересно, что называется выживание. И теперь тут она есть, да, открытые приемы. Подожди, еще раз. Выживание с бесконечным количеством случайно сгенерированных уровней, у вас есть только одна жизнь. Завершив уровень, вы можете выбрать бонус. Давайте проверим. О, как в Street Fighter этот тренинг стоит. Не понял. Это дрыщ просто взял и отбросил. Ой, красиво. Посмотрите, что как четко просто. Так, и бонус. Три звезды обеспечат появление трех звезд, кровожадность, атакуя врагов, восстанавливаете здоровье. Но больше не лечите с помощью предметов. Нет. О, как. Уровень угрозы нарастающий. Ну, это понятно. Ух ты, это ретро... Челы. С первой части, не помню, со второй. Подниму. Это что? Увеличение скорости 15%. Как бы токсичный блиц прием добавляет эффект токсичности. Попробуем. Глянем, что это. А блиц прием, что это? Ё-моё, нафиг я только это. А, вот оно что. Power fight!
Ёшкин кот, а? Там какое-то электричество было. Да блин. Так. Заточенный инструмент. 20% к прочности оружия и обеспечить появление 3 звезд. Давайте. Семь штук у меня. 7 звезд. Красиво. Давайте все соберем. Это что? А, еще там что-то. Огненный блиц прием. А это стихийный звездный прием. Ваши стихийные бонусы применяются при звездном приеме. Но при этом он наносит на все. Нет. Я возьму эту штуку. Слайд. Огненная будет. Вместо этого ядовитого, похоже. Внимание. Что такое? А. Ты здесь. Да фигня, сейчас мы с ним разделаемся. Это рыба-меч. Что это такое? Почему я не мог его ударить? Спасибо, конечно, чёрт. Он, походу, тут сильнее, чем в этой, в истории. Где он? А ты достала. Я хочу тебя шариком. О, я... Я хотел его таким шариком очкануть. Я могу его с собой взять. Что это такое? Классические правила. Ваши спецприемы расходуют меньше здоровья, но вы не можете. Увеличен скорость ходьбы. Горячка боя. Сильного урона. Дополнительный урон пока активен счетчик комбо. Увеличение скорости Макса потребуется. Он мобильный был. Есть одна жизнь, я это запомнил. Слили все. Просрал. Как это она по мне попала?
он как попал. Красиво. Токсичные мощные атаки и колос на глиняных ногах. Вы наносите на 100% больше урона, но и получаете больше. Возьмем вот это. Не зря я так кажется сделал. Итак, токсичный блиц прием, повышение урона. Давайте. Гит макс прокачан. Как такое? Красиво. Привет, дружище. В начале каждого уровня у вас появляется случайный союзник. Пластилин воздуха. Один дополнительный прыжок. Нет. Вот этого. Босс. Красиво. Это что такое? Заземление 15. Урона 15. Ага, скорость ходьбы, но при этом вы не можете прыгать. Токсичное оружие, огненный блиц прием. По-моему, у меня такое есть. Горящая зона, наносит больше урона. А, 100, теперь 200. Давайте. Интересно. Что сейчас там будет? Уровень угрозы. А, скользкая.
Арена скользкая. Бля. Красиво. Хорош, улетело. Блин, я не прочитал. Что я взял-то? Бумеранг. Что такое? Сами себя там бьют. Ха-ха. Красиво. Ух ты. Уменьшено расход здоровья спецприемами и повышение урона. Давайте вот это. Какой классный режим. А сейчас будет интересно двойничок. Ну, помощник. Да, она здесь. А, и все, да? Отлично. Так, тактическая поддержка. Несколько ракет. Давайте возьмем вот эту штуку. Баф. Что это? Я не помню, кто это. Так. А, они били эту, помощницу, наверное. Ух, нифига, он дамажит.
Тихо. Все, красиво. Токсичное оружие. Привет, дружище. Остаюсь, становится сильней. Последнее усилие. Унесем урон, если здоровье опускается так. Союзник. Пусть будет сильнее. Ну, выносливее, сильнее. Не так быстро, чтоб вдох. Пиксельный меч я забрал с того уровня. Не... Ё-моё. Ого. Симуляция завершена, я улетел в яму. Черт возьми, а. Было рекорд. В режиме подготовка добавлены новые враги. Открыто оружейный набор. Выжибаю. Ага. Еще какая-то прокачка идет. Открыт альтернативный прием, блиц-прием. Клад со слаймом. Ишь ты. Довольно-таки интересно. Тут можно будет позалипать. Что ж, ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.